На месяц Владивосток превратится в культурную столицу региона. С 15 июля по 13 августа на 7 площадках ДВФО состоится 40 спектаклей и концертов. В программе выступления звезд мировой величины. Открылся фестиваль новым для Приморья спектаклем «Конек-горбунок». Главную роль исполнил премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шклеров. Показывать новое лицо Мариинского театра – это очень важно. Поэтому новые спектакли, а «Конек-горбунок» в принципе относительно новый спектакль. Это не «Спящая красавица», это не «Баядерка». Это спектакль, который был создан вот на этих артистов, которые его исполняли. И было очень важно получить вот ту реакцию, которая была вчера и позавчера в зрительном зале. Потому что не только маленькие дети, которые пришли на дневной спектакль, ярко реагировали на происходящее на сцене, но и взрослый зритель. Еще одной приглашенной звездой стала прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова. Вместе с Владимиром Шклеровым они представили владивостокскому зрителю историю любви погибающей от чахотки куртизанки в балете «Маргарита и Арман». Как признается Наталья, она долго думала над характером героини, пытаясь объяснить для себя ее эмоции, чтобы потом передать их зрителю в танце. Я в последнее время очень редко танцую в России. Так сложилось, что уже 4 года живу в Лондоне. Действительно заскучала, и вот такой прекрасный подарок станцевать с одной из лучших мировых трупп и с потрясающим Володей, с которым мы очень хорошо сработались в Англии, который меня очень выручил, мне помог и действительно стал другом и очень одним из лучших вот моих партнеров, как мне кажется, на сегодняшний день. У фестиваля и богатая оперная программа. Зрителей ждет великая русская опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Исполнять оперу будет молодой состав солистов Мариинского театра и Приморской сцены. А одна из наиболее востребованных сопрано мировой оперы Альбина Шагимуратова выйдет в партии Доны Анны в постановке «Дон Жуан». Когда фестиваль завершится, балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые отправится в Санкт-Петербург. Артисты презентуют балеты «Аполлон», «Жар-птица» и «Жизель». Гастроли продлятся по 20 августа. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, «Новости на Восьмом».